Люди с этим именем умеют четко выполнять приказы, если этого требует субординация, трудолюбивы, энергичны, добросовестно относятся к любой работе. Также считается, что букве А в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Предпочтение часто отдают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственно для этого имени. Свет, краски, музыка и все, что излучает красоту, является для владельца этого имени источником глубоких переживаний и вдохновений. Активизирует воображение. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Люди с этим именем чаще всего веселые, коммуникабельные и открытые миру души, которые оживляют любое общество, приводя окружающих в хорошее настроение. Звук У дает человеку активное воображение. Обладатели буквы Н в этом имени отличаются стойким характером и умом. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Буква К в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.